На 2 месяца раньше срока сдали в Краснодаре все запланированные по национальному проекту участки дорог. Итоги их ремонта и планы на ближайшие годы в части дальнейшей реконструкции магистралей кубанской столицы обсудили сегодня на общественных слушаниях. С подробностями Виталий Молчанов. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Реализация национального проекта с таким названием стартовала в этом году и рассчитана на 5 лет. Благодаря этой программе 49 участков краснодарских трасс общей протяженностью 65 километров отремонтированы в этом году. Из потраченной на ремонт суммы, превышающей 2 миллиарда 300 миллионов рублей, ровно половина выделена из федерального бюджета. Запланированные на этот год участки готовы. А сегодня он мог и обсудить это вместе с представителями краевой и городской властей. Мы знаем все беды и проблемы, которые у нас есть в городе, и мы стараемся откликнуться на все эти проблемы. И уже сейчас, чтобы нам не стоять то, что мы запроектируем в этом году, начнем на следующий год строить. Если мы в этом году хотим попросить уже у Министерства транспорта на следующий год определенную сумму для того, чтобы проектировать следующие развязки, следующие улицы. По федеральной программе более 130 участков краснодарских дорог предполагается отремонтировать до конца 2021 года. Неравнодушные жители кубанской столицы, пришедшие на общественные слушания, понимают, что представляет из себя национальный проект и видят, как он работает. То, что сейчас эта программа существует, это я лично, как человек, пользующийся всем этим, я одобряю положительно. Вот. То, что в нашем районе, конечно, я как, может быть, руководитель ТОС, заинтересована, чтобы, конечно, все это делалось ближе к нашему району, но она у нас делается. Я автомобилист, в Краснодаре живу давно, здесь я вырос, родился и видел, как наш город преображался. А за последнее время особенно дороги улучшились. Конечно, средств, я думаю, на такой громадный город, мы теперь миллионник, все дороги невозможно охватить. Но основные магистрали у нас довольно хорошо сделаны. В городе более 2000 дорог общей протяженностью 1700 километров. Сделать каждый метр из этих тысяч и держать в идеальном состоянии не просто, наверное, даже для федеральной столицы. Но наша Кубанская к этому все-таки стремится. Безопасные и качественные дороги – лицо большого современного города, тем более такого, как наш прекрасный Краснодар. Виталий Молчанов, Алексей Попов, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».